Здравствуйте, меня зовут Татьяна Бердашева. Сегодня мы с вами готовим кофе Корильяно и бутерброд «Мечта Венеменина». Это у нас будет каливальский вариант. Корильяно – это такое шуточное название. В прошлом году, в конце года, Дмитрий Анатольевич Медведев решил, что американо – это, в общем-то, название такое не патриотичное. Если говорить про карельский кофе, то получается, что название Корильяно самое подходящее. Запах кофе пошел. У нас в Карелии кофе кипятили. Сейчас появится такая благородная пенка. Мы снимаем и добавляем сырой водички. Все. Это мы переезжаем в Ребалы. В Ребалы варим кофе по рецепту моего знакомого ребальского карела. Не успели, чуть-чуть подсаливаем, чтобы опять же пенка осела. Лучше мелкую соль для этого брать. Бутерброд «Мечта Венеменина». Девушка Айно, которая от Венеменина сбежала и утопилась, превратилась в девушку-рыбу. Может, это была форель, а может быть, это был лосось. Кстати говоря, ученые до сих пор не пришли к мнению, как говорить правильно. Лосось или лосось. Right.